Ватсон звонит Холмсу. Холмс, у меня заболел пудель. Помнится, вы говорили, что у вас недавно болел ваш спаниель. Что вы предпринимали? Я дал собаке диметил изоглюконат. Через день Ватсон снова звонит Холмсу. Холмс, я дал пуделю этот препарат, то, что вы сказали, и он сразу сдох. Мой спаниель тоже сразу сдох.